Видео предоставлено сайтом onlinegdz.net, номер 669. Разложите на множители многочлен. Итак, пример 1. 4c в четвертой степени минус 6x в квадрате c в квадрате плюс 8c. Итак, мы видим, что число, на которое делятся коэффициенты при наших слагаемых 4, 6 и 8, это 2. И есть общий буквенный множитель, это c. В скобках останется от первого произведения 2, c в третьей, от второго 3, c в третьей, от второго 8, и от третьего 8, 4. Наше произведение будет выглядеть так. 2c умножить на 2c в третьей степени минус 3x во второй степени c плюс 4. Пример b. 10а квадрат x минус 15а в третьей степени минус 20а в четвертой x. Снова за скобки выносим число, на которое делятся наши коэффициенты при переменных 10, 15 и 20. Это 5. Далее смотрим степень с основанием а с наименьшим показателем на правом столбе. Поэтому выносим ее тоже также за скобки. X у нас встречается не везде, поэтому мы его не выносим за скобки. После вынесения общего множителя в скобках останется 2х минус 3а и минус 4а квадрат х. Произведение выглядит так. 5а во второй умножить на 2х минус 3а минус 4а во второй. Минус 2х минус 3а. Произведение выглядит так. 3ах умножить на 1 минус 2х минус 3а. Далее. 8а в четвертой степени, b в третьей степени минус 12а во второй степени, b в четвертой степени плюс 16а в третьей степени, b в квадрате. Итак, число, на которое делится 8, 12 и 16, это 4. Далее, степень с основанием а у нас с наименьшим показателем это 2. И b также основание степени с наименьшим показателем 2. Выносим 4а квадрат b квадрат за скобки. Что остается в скобках? 2а квадрат b минус 3b квадрат и плюс 4а. Поэтому произведение выглядит так. 4а во второй b в квадрате умножить на 2а в квадрате b минус 3b квадрат плюс 4а. Больше видео подписывайтесь на наш канал на YouTube.